Армянские сепаратисты пытаются угрожать Азербайджану оружием. Выглядит одновременно смешно и жалко. Пашиняна нужно остановить. Не позволить, чтобы этот человек вел переговоры и своими единоличными решениями окончательно погубил Арцах и Армению. Заявила на внеочередном заседании Национального собрания вымышленного образования депутат фракции «Справедливость» Митакси Акопян. Она отметила, что якобы Арцах ни при каких условиях не может быть в составе Азербайджана. Это выбор армянина, начиная с 1988 года и до сих пор. Мы не отступали от своего решения и в случае необходимости с оружием в руках защищали ее и продолжим защищать, независимо от всего. И отвечаю всем тем, кто верит и утверждает, будто у Карабаха есть будущее в составе Азербайджана, сказала Митакси Акопян. Напомним Акопян, что Карабах был, есть и будет в составе Азербайджана. И изменить этого сепаратисты не смогут, как бы ни мечтали. А насчет защиты с оружием в руках, что ж, мы уже видели, как армяне сражались и как бежали во время 44-дневной войны. У остатков сепаратистов на территориях, временно подконтрольных миротворцам России, осталось лишь два пути. Либо признавать легитимную власть Азербайджана и пытаться налаживать мирное сосуществование. Либо уезжать с азербайджанских земель. Никакие угрозы оружием уже не помогут. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.